программе праздника два насыщенных дня нас ждут различные развлекательные мероприятия, сюрпризы и, конечно, отличное настроение. Ну что, поехали! Привет! Как тебя зовут? Ваня. Ваня, а кто победил у вас в поединке? Скоро я побежду. Мне очень нравится праздник игрушек, он веселый и красочный. Здесь очень много людей, мы третий год подряд сюда приходим. Расскажи вообще, насколько сложно научиться управлять моделькой, сколько времени на это требуется? Ну, практически главное заниматься, то есть, в принципе, может хватить 2 недель, чтобы получить навык ехать на соревнованиях. Все зависит от тренировок, вот, и, соответственно, самой шасси. В принципе, ну, могу показать приблизительно, как это выглядит. То есть, в принципе, шасси состоит из самого кузова и самой шасси. То есть, здесь все как в реальном автомобиле. Подвеска идет, амортизаторы, то есть, привода. С одной стороны, легко, кажется, выглядит, что легко, но если тренироваться, в принципе, может быть. Сегодня на празднике Полесья присутствуют эксклюзивные гости, представители Wargaming, которые расскажут нам, с чем интересным приехали на наше мероприятие. Привет! Мы сегодня приехали с зоны личного зачета, у нас есть 30 компьютеров. Все желающие по живой очереди абсолютно бесплатно могут прийти, сесть, сыграть один бой и получить за это классные подарки. Майки, бонус-коды, фоторамки, стикербуки и так далее. К нам на праздник игры игрушек Полесье приехали настоящие профессионалы по фехтованию на безопасных мечах, которые носят название «Спачан». Расскажите, пожалуйста, как стать победителем в подобном поединке? Для того, чтобы стать победителем в любом виде спорта, нужно заниматься, тренироваться, ходить на занятия. Этот турнир, который сегодня проходит, это наш плановый турнир в подготовке к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Токио.